Всем привет! Сегодня у нас распаковка цифровой лупы, цифрового микроскопа с AliExpress. Заявлено увеличение в 600 крат, но я, честно говоря, в этом очень сомневаюсь. Но, по идее, для платы и для просмотра каких-нибудь монет или чего-то очень-очень мелкого вещь сойдет. Переходим к распаковке. В комплекте у нас есть инструкция, сам микроскоп. Выглядит весьма неплохо и, кстати, не сильно тяжелый. Ножка штатива, на которой крепится микроскоп. Зарядное устройство 5 вольт 2 ампера. И провод мини-USB. Мини-USB тут используется для зарядки, так как данный микроскоп имеет встроенную батарею и заявленное время работы до 6 часов. Микроскоп на ножку крепится довольно-таки просто. Мы его сейчас вот установили, и давайте посмотрим что-нибудь через него, например, на старенькую плату. С помощью данного колесика можно фокусировать изображение, чтобы оно было более-менее четким. К сожалению, судя по всему, никакой оптической или цифровой стабилизации нет. И это очень печально, потому что изображение трясется. Если какие-то малейшие колебания, особенно при максимальном увеличении, все очень-очень печально. Открываем меню настроек, коэффициенты. Боже, тут такой удивительный перевод. Ну, показано, что есть разрешение Full HD, но это, скорее всего, просто обман. Вот так назвали китайцы такое разрешение, но намного-намного ниже, мне кажется, на самом деле. Я уверен, что есть цифровая интерполяция, то есть изображение просто растягивается до Full HD, до HD, а в реальности тут что-то около VGA. Можно включить циклическую съемку, чтобы ролик был 3, 5 или 10 минут и перезаписывался. Также есть возможность смены языка, автовыключение, автовыключение экрана зачем-то вынесено отдельным пунктом. Сброс можно сделать. Можно отключить дополнительную подсветку, можно поменять яркость дополнительной подсветки, кстати, с помощью колесика сбоку. Данное устройство поддерживает карты памяти от 2 до 64 гигабайт. На данное устройство можно делать фото, записывать видео, но вся проблема в том, что при съемке фото, когда вы нажимаете на кнопочку, у вас весь аппарат трясется и фото получается размытое. У меня более-менее два нормальных фото вышло с 10-й попытки. В принципе, если смотреть на сам экран, то картинка весьма чистая, то есть, ну, как чистая, она нормальная, то есть есть к чему придраться, но норм. А вот в плане максимального увеличения все зависит от расстояния нашего объектива до снимаемого объекта. То есть, как вы видите, при минимальном таком расстоянии, на котором можно еще сделать фокус, вот на линейке отображено 2 миллиметровых деления. То есть, как бы вот у нас 1 и 2, 2 миллиметра у нас сейчас отображается. И вот где-то такое расстояние, как на правом фото до объекта. Паять в таком случае не получится, но что-то посмотреть вполне можно. Давайте попробуем немного что-нибудь отпаять. Посмотрим, насколько хорошо микроскоп реагирует на объем, насколько удобно вообще будет с ним работать. За пайку меня не критикуйте, я просто показываю, как вообще все отображается на экране, какая частота, так сказать, обновления, чтобы вы понимали, стоит вам покупать это устройство или нет. А по поводу пайки, ну, вот так вот пока получается. Честно говоря, первый раз что-то паять, когда смотришь на экран, а не на саму плату, как-то немного все-таки непривычно. Это вот видео Full HD отснятое, так сказать, в полном размере. И хочу сказать, что если вы смотрите на мобильном телефоне, скорее всего, это нормально. А вот если вы смотрите на большом экране, то тут, конечно, очень все ужасно получается. Вообще, хочу сказать, что в принципе, картинка очень быстро обновляется на данном микроскопе и удобно работать, ну, как для новичка. Конечно, если сравнивать с какими-то стереомикроскопами, именно нормальными, то тут, конечно, это устройство очень сильно проигрывает. Но тот же самый бушный советский МБС, он стоит раза в три дороже. Причем частично может не работать. Так что, в принципе, можно попробовать для новичка. Или если очень сильно ограничены в средствах. По сути, это тот же самый USB микроскоп, который стоит порядка 20 долларов на AliExpress, но который подключается к компьютеру и ноутбуку и без экрана. Тут вы тупо доплачиваете за экран. И по большому счету это удобно, потому что вам не нужно иметь рядом ноутбук или компьютер, и в принципе как-то вы смотрите все-таки в сторону платы, не надо как-то перекручиваться или что-то в этом духе. В целом устройство неплохое, как так сказать, что-то можно даже отпаять и... Вот, у меня уже даже что-то получается. Сожгу, наверное, этот резистор и все.
Ну, в общем, я вам показал, как работает данный девайс, показал примеры фото, примеры видео, показал, насколько обновляется хорошо картинка. Честно говоря, ну, возможно, это устройство в принципе стоит своих денег, там порядка 35-40 долларов, как повезло купить. Но вот, конечно, это не прямо такое, что прямо супер что-то. Но вот для работы или посмотреть какие-то монетки, рассмотреть, может, какие-то дефекты рассмотреть, то в принципе неплохо. Но, блин, качество, конечно, нету этого HD разрешения и в помине, тут нету этих 3,6 мегапикселей, которые заявлены, тут скорее всего их 0,6, типа тройку перепутали с нулем, 0,6, да, вполне может быть, но в целом нормально. К сожалению, стабилизации никакой нет. То, блин, я, наверное, много сильно хочу за 40 баксов с доставкой бесплатной из Китая, как бы. Ну, в общем, такое интересное устройство. Я думаю, оно еще будет использоваться в других моих видео, но это будет потом. Ну, а пока всем пока.